Это Центральный суд Новосибирска. Здесь сегодня было принято решение по делу Андрея Кайгородцева. Андрей, коротко, что было и что принято? Я проводил одиночный пикет 18 июля. Мне предъявили, что якобы я участвовал в митинге. Составлен был ложный протокол, ложный рапорт сотрудника полиции. Ложный или ошибочный? Ну, я на самом деле сегодня в прокуратуру еще отвез заявление, так что я считаю, что ложный. Поэтому я обоснованно подготовился, я доказал в суде, что я проводил одиночный пикет в соответствии с законом, выполнял все требования, то есть, и судья встал на мою сторону, то есть мне удалось убедить судью, доказать, что нарушение закона я не выполнял. Я стоял в стороне, дистанцировался, то есть не двигался с места на место, стоял на одном месте, поэтому судья понял, и из видеозаписи тоже это было понятно. Потому что, То есть судья дело прекратил? Да, административное дело приостановлено. Принял справедливое решение? Да, справедливое решение. Я не ожидал даже такого, честно говоря. Оказывается, бывает такое в природе. Спасибо. Свободу Хабаровску.